Привет, друзья! Вам хочу представить еще один стартап, очень интересный. Вот такая вот коробочка. Рассказывайте. Да, здравствуйте. Меня зовут Павел. Я сооснователь стартапа под названием Cinemod. Мы делаем мини-кинотеатр для всей семьи. Проблема, которую мы решаем, заключается в том, что у современных родителей, у которых есть дети, есть потребность остаться одним. И способ, каким они занимают своих детей, они им подсовывают телефон. Все родители не любят это делать, все знают, что это плохо, дети себя плохо ведут, они очень быстро привыкают, они очень долго проводят время с этим айфоном, непонятно, какой контент потребляют. Но у родителей нет выбора. Ну что, мы сделали такую безопасную альтернативу. Это мы называем Safe and Smart Way to Introduce Kids to the Digital World. Потому что здесь устройство, оно приходит с предзагруженным контентом. Там загружен контент образовательный и развлекательный. То есть она точно так же развлекает детей в течение какого-то времени, а родители предоставлены сами себе, но при этом оно не вредит их здоровью. Это гораздо безопаснее для их глаз, для их развития и для их спины. Вот. У нас здесь есть аудиокниги, у нас есть видеоконтент, у нас есть digital books, цифровые книги в формате диафильмов. Для любого советского человека диафильм... Я крутил, помню, да. Да, для любого советского человека диафильм – это марка качества. Вот 2000 диафильмов находятся у нас в собственности, и мы, собственно, их предоставляем своим пользователям. А плюс к этому можно делать стриминг, он подключен к Wi-Fi. Можно делать стриминг контента и смотреть любой контент, который вы хотите, загружать его сюда на устройство. Устройство приходит 32 гигабайта памяти. Вы можете загрузить сюда. Сколько стоит? Фильмы. Да. Стоит $399 в ритейле в Америке. И может быть использовано не только детьми, но и взрослыми. То есть вечером, когда дети спят, вы можете взять его себе и посмотреть любой фильм или любой другой контент, потому что вы можете предзагрузить любой контент, и размер экрана в вечернее время суток, размер экрана составляет до 3 метров диагонали. То есть это очень большой-большой домашний кинотеатр. А как давно существует этот проект? Мы 3 года существуем. Здесь вот у нас есть первая версия. Это наш MVP, который мы выпустили 3 года назад. Он продавался только в России. И, соответственно, после этого, после того, как мы увидели успех этого продукта, мы сделали новый продукт, подняли деньги на Indiegogo, провели успешную кампанию. Сколько собрали? На Indiegogo мы собрали 165 тысяч. На какой срок? Ну, на Indiegogo обычно все за 3 дня собирается. То есть мы запустились в апреле, да, за три дня мы собрали что-то около 140 тысяч, и потом мы потихонечку собираем. А на Kickstarter не выходили, да? На Kickstarter нет пока, но мы сейчас выпускаем новую версию с начала следующего года, и она обязательно будет на Kickstarter. У нас еще есть вот такие чехлы, непростые, это как аксессуар, он продается отдельно. Они непростые, потому что здесь есть внутри NFC-метка. Каждый раз, когда вы одеваете чехол на устройство, устройство распознает, какой конкретно чехол вы одели, и скачивает мультики из нашего облака, которые относятся к этому персонажу. То есть, представьте, мы сейчас подписываем договор с Диснеем, и у нас будет чехол Дарт Вейдера. Вы одеваете Дарт Вейдера и скачиваете последние «Звездные войны» или мультики «Звездных войн», и ничего не нужно делать, вы просто его одеваете, а новый мультик у вас появляется, или новый контент. Вот детям это очень нравится. Вы изначально предзаказываете, как я предзаказываю контент, или он одинаково приходит для всех, а потом я по Wi-Fi могу... Устройство продается с предзагруженным контентом, одинаковый для всех. Вы можете поставить свой собственный контент, какой вам хочется, мы не ограничиваем. И можете купить любые из этих чехлов. У нас есть сейчас 4 чехла, к концу года будет 6. Можете купить любой чехол, это способ добавить новый контент. Плюс вы можете стрим делать с YouTube, то есть там... Продается в любой стране мира? Доставка, да, в любой... мы доставка в любую страну мира у нас на сайте. В Америке мы продаемся эксклюзивно на Амазоне, то есть вы можете на Amazon Prime купите сегодня и сегодня же доставят. И к концу года мы будем во всех основных ритейлерах. Мы уже подписали Best Buy и будем, скорее всего, в Target и в Toys R Us к концу года. Хорошо, спасибо большое, очень интересно. Вам.